Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Сегодня очередное видео из серии «Модернизация релейной защиты». В общем, имеется у нас ячейка КРУ. Вот она, каретка у нас с выключателем выкачена. Это у нас релейный отсек. Имеется, в общем, здесь два автомата, оперативные цепи, цепи соленоиды. Так, здесь токовая защита на базе реле серии RT80. Здесь она выполнена с двумя контактами. Один контакт с выдержкой времени, второй мгновенный, это отсечка. Отсечка у нас выполняется на вот этом электромагнитном элементе. А перегруз выполнен вот здесь вот. Здесь вот контактик есть такой. То есть когда вот у нас сегмент поднимается и замыкает наш контакт. Это у нас перегруз. Здесь была у нас дверца. Сейчас мы ее сняли. На ней был установлен счетчик. Вот как аналогично соседняя ячейка. И лампа, блинкер не поднят, желтая. Больше на ней ничего не было. Вот этот шлейф с дверцы. В общем, что здесь будет меняться, будет демонтироваться вся старая защита. То есть земляная защита, токовая защита. И будет устанавливаться микропроцессорный терминал RS830M1 для двигателя. Эта ячейка у нас двигательная. Естественно, также будет произведена замена индукционного счетчика на более современный. Здесь эти все блинкера будут демонтироваться, потому что индикация срабатывания защиты будет выведена на самом терминале, и необходимость в блинкерах нет. Сегодня в первый день произведем по максимуму демонтаж, то есть снимем эти все реле. Необходимые реле оставим, потому что здесь будет добавляться еще одно реле RP23. Клеммики у нас все остаются существующие, в том числе вот клеммик токовых цепей, клеммик управления и клеммик сигнализации. Это у нас гребенка, которая соединяет выключатель с релейным отсеком. Она у нас тоже все остается существующим. Это наш выключатель ВМП-10 с электромагнитным приводом П-11. Это у нас контактор, пусковой контактор КП. Выключатель у нас останется существующий, замены на вакуумный выключатель ВВТЛ здесь не будет, к сожалению, поэтому произведем модернизацию только релейной защиты. Я надеюсь, в дальнейшем все же выделят средства, и мы эту ячейку модернизируем в полном объеме с заменой этого масляного выключателя. Но пока нужно довольствоваться тем, что имеем. И то вперед, что уже меняем старую защиту на более современную. Ну что, поехали? Потихонечку сейчас все открутим, снимем. Все провода заведены за заднюю стенку. Там между шинами секции КРУ имеется еще как бы отсек для прокладки проводов, там кабели вторичной коммутации и тому подобное. Видите, это они уходят сейчас через проставочку с задней стороны и выходят уже непосредственно здесь, да, например. Вот наш релейный отсек. Вот его обратная сторона, и здесь выполнен, видите, канал. То есть это у нас секция, здесь уже идут у нас по этой стороне шины.
все закрыто крышками. Здесь, естественно, тоже все перегорожено. И вот здесь имеется вот такой канал. Ну а коммутация с задней стороны выглядит следующим образом. Вот так вот. Ну, сейчас все это я буду отбрасывать. Хочу сказать, что вот, защита с помощью реле RT80, безусловно, заслуживает уважения. А здесь имеется гибкость в настройке графика, характеристики. Есть отсечковый элемент, есть элемент с выдержкой времени, МТЗ, да, либо перегрузка в данном случае на сегменте контакт. Тем не менее, на двигательных фидерах с данными реле постоянно у нас случается ложное срабатывание при пуске. То есть, как ни крути, чуть-чуть там двигателя затянулся пуск, подхватывает отсечковый элемент, что не есть хорошо. Современные терминалы имеют функцию осциллографирования, и очень удобно отслеживать и анализировать, то есть коэффициент пуска, да, насколько тяжелый пуск у двигателя, и соответственно отстраивать защиту от пуска. Вот все отбросил провода от реле. Очень неудобно в этих отсеках то, что крепление реле осуществляется с задней стороны. То есть, чтобы снять реле, необходимо, вот как я показывал, вскрыть тот канал и открутить с той стороны реле. Так. Вот ячейка выглядит следующим образом. То есть все лишнее убрали, всю лишнюю коммутацию убрали. Это у нас будет реле включения, это у нас будет реле отключения. А это у нас будет РП, реле отключения по минимальной защите. В принципе, и все. Больше здесь в релейном отсеке ничего устанавливаться не будет. Ну, за исключением диодных мостов на аварийную и предупредительную сигнализацию. Ну, их установим чуть позже. Все указательные реле, вот, которые были у нас, их все убрали и вместо них установили такие заглушечки. Вот все снятые реле с ячейки, RT80 реле, указательные реле блинкера, счетчик электрической энергии, реле земляной защиты, ну и немножко тут вторичной коммутации. Приступаем к установке терминала на дверцу и начинаем монтаж. Установили уже дверь на ячейку, установили новый счетчик Меркурий 230, я его уже здесь подключил. Это у нас токовые цепи, вот этот клеммник, и это у нас цепи напряжения 100 вольт. Как я уже говорил, вот такая вот схема подключения счетчиков мне не очень нравится. Больше люблю, когда клеммы расположены в один ряд, и токовые, и напряженческие. Ну, по счетчику, я думаю, рассказывать особо нечего. Это у нас начало фаза, А421 приходит на первую клемму, а фаза С421 приходит у нас на пятую клемму, и 0421, общая точка, приходит на фазу Б. То есть это мнимая фаза Б. И, соответственно, их концы все закорочены, то есть собраны в звезду. Ну и здесь у нас А630, B600 и C630 подключенные цепи напряжения. Здесь тоже вывел жгут и завел его сразу в наш кабель-канал. Так, вот у нас наш новый терминал RS830M1. Вот сюда мы его врезали. Сегодня идет второй день монтажа. Расключил я уже токовые цепи, вот они у нас идут, А411, С411 и 0411. А также сюда приходит у нас земляная защита, это 0431 и 0432. Кстати, не совсем удобное расположение клемм, сверху тут еще удобно более-менее подключаться, а вот здесь вот я не знаю, почему сделали вот такое расстояние. Очень неудобно подключать. Ну, благо, что у меня всего лишь тут один проводник. А здесь сразу токовые цепи имеют уже готовую перемычку.
То есть звезда собрана. Это очень удобно. Вот у нас токовые цепи защиты. У нас здесь установлено два трансформатора тока фазе А и С. Через промежуточный клемм идет три проводника на наш терминал. Ну, вот здесь 0, он заходит на как бы на фазу Б, а здесь на концах опять-таки собрана звезда. Те перемычки, которые я вам показывал. Вот у нас подключение земляной защиты. То есть это у нас ферранти и трансформатор тока нулевой последовательности. Также через промежуточный клеммник и два конца 0432 и 0431 подключены на соответствующие входы терминала. Это у нас цепи напряжения 100 вольт, также заведены на терминал А630, Б600, С630. Нейтрали у нас на терминал мы не заводим, потому что нейтрали у нас по ячейкам не шлифуется, а остается только непосредственно в ячейке ТН. Еще есть возможность сюда завести цепи КИЗа, контроль изоляции 10 кВт. Но защита, но контроль изоляции у нас остался существующий, поэтому здесь тоже в этом нет необходимости. Также уже подключил, ну, проложил питание самого терминала. Это у нас также будет плюс-минус. И эта пара у нас уходит непосредственно в ячейку. Вот здесь у нас будет установлен автомат для питания терминала отдельный. Он будет запитан с плюс-минус ШУ, то есть существующего автомата оперативных цепей. В общем, это проложил токовые цепи и цепи напряжения. Здесь установили перфорированный кабель-канал. Сейчас я приступлю к монтажу уже непосредственно цепей управления и цепей сигнализации. Так, ну во второй день что я сделал? Расключил цепи управления и цепи сигнализации. Также здесь подал питание на терминал. Так, здесь у нас заземление. Так, это у нас цепи управления. Это опять-таки мой рабочий черновик. Поэтому сейчас вкратце поясню. Вот у нас, в общем, автомат питания нашего терминала. Двухполюсный. Дальше у нас цепь включения. Это цепь включения двигателя из цеха. И здесь у нас установлен ключ запрета на самой ячейке. Вот эта цепочка. DI-9, DI-10. То есть это DI-5 вход на включение. Дальше у нас цепь отключения. Это вот ключа управления тоже из цеха. То есть все, что введено пунктиром, это находится в цехе. Вот сюда приходит на DI-16 у нас запрограммированный вход на отключение. Дальше минимальная защита, отключение по групповой минимальной защите, РП минимального, уходит у нас на этот DI-18, DI-8 вход запрограммирован. Реле отключения, реле включения. И здесь же плюсик берется для контроля положения РПО, для контроля положения выключателя. Ну, положение РПВ и РПО. Через наш привод берется это все. Это у нас КЛ1 реле включения. То есть вот заведено на выходной контакт КЛ1. Вот он включение. Сюда приходит единичка, проходит через наш, через контакт терминала КЛ1 и уходит на наш КЛ1. А КЛ1, в свою очередь, собирает цепочку на включение контактора КП. Соответственно, выключатель у нас включается. Ну, а это у нас отключение, аналогичная цепочка. Приходит единичка на КЛ3, выходной контакт реле КЛ3. И также уходит на наш, реле КЛ2. КЛ2, в свою очередь, нормально открытым контактом отключает привод. Ну, если, соответственно, он был включен. Это у нас отключающая катушка нашего привода ПЭ-11. Отключение от ключа запрета еще вот на отключающую катушку. Да, забыл сказать, что оперативные цепи и цепи питания терминала имеют напряжение, постоянное напряжение 220 вольт. То есть это у нас здесь плюс, это у нас здесь минус. Все эти входы программируются в программе Бурза от RZA Systems под необходимую функцию. Хотите включение, хотите отключение, хотите внешнее отключение, хотите отключение выходных реле, хотите положение РПО, РПВ, все это программируется уже непосредственно в программе.
схема достаточно простая, и я ее специально собрал по аналогии со схемой на терминале ТОР-200, о которой не так давно я вам рассказывал. То есть, чтобы у нас были все аналогичные и похожие, как бы, схемы. Хотя и используются разные терминалы. Но это у нас цепи сигнализации. Здесь, в общем, вывел я здесь контакт КЛ5 с терминала. На него запрограммировал все защиты. Дальше через диодную развязку и добавочное сопротивление уходит на шинку 707, а параллельно уходит на лампу, желтую лампу, которая находится на ячейке. Здесь по шинке приходит уже сигнализацию подстанции, блинкер аварийной сигнализации и реле РАС, реле аварийной сигнализации, которая в свою очередь уже выдает контакты в систему телемеханики, диспетчеру подстанции. То же самое и по предупредительной сигнализации. Я использовал здесь выход КЛ6, вот он у нас. Здесь использовали еще блок контакта автомата оперативных цепей и потеря питания терминала. Все это собрали в параллель и вывели также на лампу желтую 901, вот через диодную развязку. И через, опять же, диодную развязку, через добавочное сопротивление на 709 шину. Шинка предупредительной сигнализации. Соответственно, там уже приходит сигнал на реле РПС. Реле РПС, замыкаясь, выдает сигнал уже в телемеханику. Ну, это небольшая схемка питания ламп индикации выключателя в цехе и на ячейке. Вот, в принципе, по сигнализации все. Кстати, не совсем удобно выполненное подключение вот этих клемм. Видите, пришлось снять вот эту вот одну колодочку. Потому что если бы я ее поставил, то места вообще не было для подключения. А вот эти клеммы входные, это у нас ряд выходных реле, а это у нас входные DI. Так вот, здесь вот клеммик выполнен более удобнее, видите, присоединение идет со стороны, с этой стороны, а здесь вот именно сбоку. Здесь я уже увязал провода все, здесь у нас уходит одним жгутиком в кабель-канал, и вот он у нас уходит в ячейку. Здесь часть цепей пойдет у нас на этот клеммик, часть идет токовые цепи, вот они у нас сюда пойдут, и вот это все у нас управление и сигнализация пойдут у нас на наш вот этот клеммик и на автомат и реле. Сейчас осталось установить сюда диодную развязку и навести порядок в ячейке, пропылесосить ее от стружки, от пыли, от грязи, от всего, и начинать уже подключать непосредственно все наши провода. Это я уже показывал, счетчик у нас. Это у нас сам терминал RS830M1. Это наши защиты, отсечка, перегруз, земляная, минимальная. Но она здесь выполнена групповой. Ну вот так все выглядит уже после завершения монтажа. Сделана небольшая петелька на дверце. И на нее сверху я одел монтажную ленту. Здесь у нас цепи напряжения H630, B600, C630 и токовые цепи для счетчика. А также некоторые у нас сигнализация идет. Здесь у нас подключены токовые цепи, то есть вот защиты и земляной защиты. Чуть позже здесь еще надписи сделаем. Это у нас диодная развязка для цепей сигнализации.
Дальше после монтажа мы провели настройку уставок защиты, настройку всех входных и выходных цепей, настройку управления, настройку сигнализации и тому подобное. Сейчас я сюда приложу фрагменты, когда мы проверяли перегруз и земляную защиту на данном фидере. Сейчас будем опробовать управление выключателем дистанционно. То есть здесь-то у нас на ячейке только ключ запрета установлен. Будем включать его из цеха. Включил, давай еще раз. Включился. Отключай. Сейчас, подожди, я запрет поставлю. Пробуй. Ага, ну все правильно. Запрет включен. Так, включаю. Ну давай на отключение, поехали. Оп, сработал. Так, минималку. Двадцать секунд. Оп. Вот прогружали сейчас фазу А, трансформатор тока. Это у нас вывода, первичный источник тока. И сейчас будем прогружать фазу С на перегруз. Ну, соответственно, это же и проверяем коэффициент трансформаторов тока заодно. И в заключение я добавлю, что я впервые устанавливал, настраивал терминал RS830 от RZA Systems. И скажу вам, что данный терминал, в принципе, мне понравился. Есть там минусы и неудобства при подключении. Но хотел бы отметить программу Бурза, которая идет в комплекте. Очень удобно и очень просто произвести настройку тех или иных выходных реле или входных сигналов. Если у вас возникли какие-либо вопросы по данному терминалу или схеме управления, или схеме сигнализации, то, пожалуйста, спрашивайте в комментариях. Ну, на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще много будет всего интересного. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!